Как бы ключи не отлетели, отойди бы, пожалуйста. Отойдите, в камеру. Зацепил там машину, понимаете, но потом как-то чудом как-то прошел мимо, никого там не зацепил. Иначе бы он меня бы не зацепил, скажем так, я бы проехал бы. А так случилось, что ударил меня. То есть вы ехали в Москву или в область? Я ехал в Москву, да. Ну вот моя машина в ту сторону стоит. А можете немножко подробнее, что на той стороне произошло? То есть Бентли следовало? На той стороне Бентли ехала... Бентли тоже в Москву ехал, получается? Да, ехал в Москву, на очень большой скорости. Где-то в левом ряду он шел. А Бентли девушка сидела? Нет, в Бентли сидел мужчина, лет так 40 с чем-то. А вы утверждаете, что он был с перегаром? Как я могу? Это запашок-то был такой, когда я с ним, как говорится, подошел, переговорил два слова. Но он начал говорить о том, что ничего страшного, это, мол, железо, 5-10, мол. А сам водитель Бентли главное, что все живы-здоровы. Я говорю, как живы-здоровы, когда на той стороне машина разбитая, в клочья. Я говорю, сходите, и он побежал туда. А там, видно, людей везли в больницу, я так понимаю, потому что там серьезно пострадали люди, на той стороне. А то есть получается, насколько на этой стороне, сколько на той, на этой две? Короче, удар произошел на той стороне. При ударе, когда он ударил, значит, джип, Мерседес, тот вылетел на встречную полосу и зацепил еще три машины. Вот, Камри машина, Логан и Форд Фокус. Три машины зацепило. Сильно. После этого этот разворачивается, Бентли после удара уходит вправо, резко. Я иду в крайнем правом ряду, вот в этом, где мы сейчас стоим. Бьет меня, меня разворачивает, и я улетаю. А где наша машина?